Руководители Китайской национальной нефтегазовой корпорации прошли стажировку на производственных объектах компании «Газпром Трансгаз Томск». Чуть больше года осталось до ввода в эксплуатацию магистрального газопровода «Сила Сибири». Это будет новый канал экспорта российского газа в Китай и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Проект в рамках восточной газовой программы реализует ПАО «Газпром». Участие в нем принимают и китайские специалисты, осуществляющие строительство подводного перехода через реку Амур. Одно из главных условий успеха – это наличие высококвалифицированного персонала, как с российской, так и с китайской стороны. Стажировка стала важным шагом в решении этой задачи. Подробности далее. Компрессорная, радиорелейная и газораспределительные станции, центральная диспетчерская, инженерно-технический центр, учебный полигон, корпоративный институт, лекции эксперта нефтегазового центра «Хэриотвод», а также знакомство с Томским политехническим университетом. Программа стажировки прописана по минутам, и везде китайские специалисты дотошно выясняют детали и тонкости технологий и организации газотранспортной системы. Стажировка нам дала понимание того, как работают в России и топ-менеджеры, и инженеры, и представители рабочей профессии. Нас поразило, насколько все они высококвалифицированные специалисты, разбирающиеся в технической части, и просто приятные в общении люди. Инженеры «Газпром Трансгаз Томск» и китайской национальной нефтегазовой корпорации уже не первый год работают плечом к плечу на сооружении подводного перехода магистрального газопровода «Сила Сибири» через реку Амур. Как еще до запуска газопровода найти общие подходы в работе? Это считают в «Газпроме» одной из важнейших задач. Трудно переоценить значение, поскольку нас будет связывать вот эта труба. Посмотреть, какие технологии используются, посмотреть именно культуру производственных процессов, мне кажется, это очень важно. Поучиться есть чему. Производственная база «Газпром Трансгаз Томск» – одна из самых современных в «Газпроме». Впрочем, не только в высокотехнологичном оборудовании залог успеха, считают томские газовики. Нашей задачей было сделать эту стажировку прежде всего практикоориентированной. Мы вывозили их в полевые условия. Мы показали им наш корпоративный институт, полигоны. И наши китайские коллеги, они проявляют очень большую заинтересованность, что нас очень радует. Наше конкурентное преимущество – это высочайшая квалификация нашего персонала. Одним из пунктов программы стала встреча с китайскими студентами, обучающимися сегодня в ТПУ, в том числе и по направлению нефтегазового дела. Как знать, быть может, именно они будут работать на «Силе Сибири», только уже на китайском берегу Амура.